Всем привет! Вы смотрите видео на gagadget.com. Меня зовут Павел Урусов, и я вам сегодня расскажу о компактном камкордере Canon Legria Mini, который является одной из самых маленьких, если не самой маленькой видеокамерой, доступной на украинском рынке. Canon Legria Mini оснащается широкоугольным объективом, фокусное расстояние которого составляет примерно 17 мм в пленочном эквиваленте. Одной из самых главных особенностей этой камеры является экран, который можно откидывать как к себе, так и в обратную сторону. Это позволяет использовать камеру для записи селфи-видео. Снизу у камеры есть специальная подставка, которая позволяет устанавливать ее на горизонтальные поверхности и направлять при этом вот так вот вверх. Например, вы можете поставить ее на пол или, скажем, на стол и навести объектив на себя и записывать при этом видеоблог. Количество органов управления у камеры невелико. В частности, на правой грани можно увидеть кнопку входа в режим просмотра отснятого материала. Здесь же под заглушкой находятся входы HDMI и разъем для внешнего блока питания. И, собственно, переключатель включения-выключения, который заодно сдвигает шторку объектива. Потому что в выключенном состоянии объектив защищен. На левой грани, соответственно, находится кнопка, которая позволяет делать фотографии. И здесь же под крышкой находится слот для карты памяти и разъем USB для подключения к компьютеру. К нам на обзор камера попала в так называемом премиум-комплекте, в состав которого, помимо всего прочего, входит маленький штатив Joby Gorilla Pod. И за счет небольших размеров и веса камеру можно очень удобно при помощи этого штатива разместить практически на любой горизонтальной поверхности или закрепить там на заборе, на дереве или в других местах, где обычную камеру не поставишь. Как я уже упоминал, откидной экран, который можно развернуть на себя, позволяет использовать камеру для съемки селфи-видео. Выглядит это примерно вот так. Привет! Кроме того, за счет широкоугольного объектива камерой Canon Legria Mini можно делать очень эффектные кадры сверху, показывающие не только самого человека, но и его окружение. Canon Legria Mini является одним из самых интересных устройств, которые попадали в нашу редакцию в последнее время. И хотя она, вне всякого сомнения, не заменит обычную видеокамеру, она умеет делать такие вещи, которые обычной видеокамере недоступны. Мы считаем, что Legria Mini станет хорошей покупкой для тех, кто любит снимать видео с собой в главной роли или хочет попробовать себя в роли видеоблогера.